Здравствуйте, дорогие зрители, друзья и подписчики, и просто любители вышивки. В сегодняшнем выпуске я хочу вам показать две свои большие оформленные работы. Я очень долго думала показывать вам всего две работы или подождать оформление других картин, но решила их показать сейчас, потому что я знаю, что многие ждут оформления этих вышивок, этих дизайнов. И давайте начнем с первой работы. Это компания Анкор Майя «Орел с 3D-эффектом». Здесь используется вышивка в 3 нити, в 2, в 1, и за счет этого создается очень интересный объем у этой картины. Работа, конечно, очень интересная и масштабная. Размер этой вышивки 60 на 45 сантиметров и используется 71 значок. Вот так вот у нас выглядит превью. Очень интересная работа была, вышивала ее в прошлом году. Очень интересный дизайн и очень мне нравится. Готовый результат мне, конечно, очень-очень вдохновляет. И давайте я вам немножко расскажу по самому оформлению. Работу я оформляла в двух разных странах. Внутреннюю начинку я заказывала в Белбагет Мастер. Дело в том, что я изначально не хотела использовать никакое паспорто для того, чтобы не увеличивать объем самой вышивки. И также мне хотелось использовать просто многоуровневые рамы. В результате я остановилась на таком миксе из трех рам. Слип. Тоже я заказывала в Белбагет Мастер. Две внутренние рамы. Серо-голубая с золотым напылением. И золотая. Они как раз приехали из Беларуси. И после того, как я получила эти рамы, я пошла в местную мастерскую и уже собрала и выбрала вот эту вот всю готовую раму. То есть крупная рама, черная с коричневым подтоном, я заказывала именно в Америке. А все остальные, и стекло здесь тоже заказывала. Стекло здесь музейное стоит, рамы все у меня деревянные. В любом случае, работа, конечно, очень интересная, очень масштабная. Она мне очень-очень нравится. И, конечно же, совершенно шикарно смотрится. По стилистике, почему я остановилась на этой раме, потому что она мне очень напоминает перья птицы, большой, огромной птицы. Здесь завитки такие крупные, резьба такая очень интересная. И при этом рама выглядит очень солидно. Так как работа идет в подарок, то мне, конечно, хотелось сделать очень интересное такое оформление, но в строгом стиле. По-моему, у меня все получилось. Давайте я вам сейчас покажу поближе. Конечно, работа тяжелая. Долго я не смогу ее держать, но в любом случае вы хотя бы присмотритесь, как выглядит оформление. Вот такие вот красивые материалы. Внутренняя очень красивая серо-голубая рамка. Золотая очень красивая. Очень красивая рама. Вот сама крупная. Посмотрите, какая красивая работа. Все, конечно, здорово подошло. Сочетается все замечательно. И мне нравится весь готовый результат. Ну вот, работа у меня вся собрана. Натягивала я вышивку сама. То есть я не отправляла вышивку в студию. А всю натяжку я сделала дома. Вот такая вот красивая работа получилась. Натяжка у меня здесь, конечно, крестик в крестик. Очень красивое оформление. Рамы здесь деревянные. Все очень хорошо и качественно подобрано. Так. Сейчас я поменяю дисплей, потому что размеры картины очень разные. Так. Они разные по высоте, и чтобы вам было видно, я немножечко подобрала разные форматы. И вот еще одна работа. Это мои драгоценные лисицы от Эльзы Вильямс. Береговой патруль. Здесь у нас используется всего 18 цветов. Вот так вот выглядит превью у нас. Размер вышивки 52 на 22 сантиметра. Я меняла основу с 14 аккаунта на 16, и получился размер уже готовой вышивки в раме 84 на 54 сантиметра. Очень красивая работа, просто роскошная.
Это оформление уже полностью сделано в Белбагетмастере. Стекло, все паспорту, рама, все подобрано в Белбагетмастере. Здесь я оформляла эту работу тоже с Татьяной Кенть. У нас возник такой спор. Я очень хотела, чтобы верхнее паспорту было темно-синее. А она говорит, ну, вышивки же нет синих тонов. Как может подойти? Ну, по-моему, получилось просто замечательно. За счет синего фона лисички просто выдвинулись на передний план. Из-за этого очень здорово и красиво смотрится. Ее первоначальная идея была выбрать такого кирпичного цвета осеннего паспорту, но мне показалось, что слишком много рыжих оттенков. Лисички потерялись, потому что как бы паспорту, цвет паспорту поглотил именно все эти оттенки, взял на себя все внимание. И я решила пойти наоборот в контраст и выбрала темно-синий фон верхнего паспорту. Смотрится, по-моему, очень замечательно. Верхняя рама дерева, музейное стекло. И здесь получается 1, 2, 3, 4 паспорту. 4 паспорту. Вот такая вот красивая работа у меня получилась. Совершенно роскошно смотрится. Давайте я вам сейчас поближе ее покажу. Так, тоже работа большая. Очень красивая рама. Это дерево. Так, сейчас я немножко поменяю вам вот так вот. Очень красивая работа, просто роскошная. Я в нее влюблена, очень рада, что я здесь поменяла каунт вышивки. Совершенно роскошная у меня вот такая пара лисичек получилась. Замечательно все смотрится, оформление просто бесподобное. Влюблена в эту работу, вышивку и, конечно, потрясающее оформление. Большое спасибо Татьяне, что она все-таки уступила мне. И я решила, и она решила, что можно оформить в синем паспорту. Мне очень нравятся результаты, это как раз то, что я хотела. Вот такая вот замечательная вышивка у меня появилась. Работа будет висеть в кабинете. У меня еще и добавился один дизайн для кабинета, где у меня будут оформлены все картины с животными, с дикой природы. Животные, птицы. И там везде как раз у меня идет такое оформление, темные рамы и синее паспорту. Так что очень в тему вся эта вышивка, весь этот дизайн. И, конечно же, здорово смотрится. Так. Вот такая у меня получилась вышивка. Интересное очень оформление. На сегодня, наверное, все. Пишите свои отзывы, что вам понравилось, что нет. Но, по-моему, все работы очень удачно оформлены. Я благодарю вас всех за внимание. Всем радости и вдохновения. И увидимся с вами в следующих выпусках. До свидания.